Мемориальный комплекс памяти погибших владивостокцев в ходе специальной военной операции открыли на морском кладбище. Он был создан в первую очередь с учетом пожеланий семей погибших. Это не только место скорби каждой конкретной семьи, чьи папы, братья, мужья находятся и похоронены здесь. Это еще место памяти. Это наша общая задача, чтобы было именно так, чтобы в школах ребята это точно проходили как значимую часть истории города Владивостока и Приморского края. Во время памятного мероприятия представители Владивостокской епархии провели чин освящения воинского надгробия. После собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили к мемориалу цветы. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.